Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы продолжаем играть в Metro Exodus. Итак, ребята, давайте посмотрим, куда нам ехать. Всем приятного просмотра и аппетита. Так, ага, на дорогу выйдем, и там будет у нас наше любимое встречать. Ох, блин, какой красивый! Закат, свет. Я рядом с портом. Слежу за основной дорогой. Активность есть. Пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал. Блин, какая офигенная просто буханка, а. Блин, я не могу открыть. И кто ему сказал, что у нас тут лохи пальцем деланные живут? Но такие шуточки ему даром не пройдут. Пока что вот как будет. Кто живого гастролера мне притащит, озолочу. Интересно мне на гостя из самой Москвы взглянуть. Всем отбой. Но он думает, что в Москве все умерли. Вот в чем прикол. Померли. О, так, я так понимаю, ты уже накатила тут, да? Смотри, как я тут устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. Ну-ка. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может найтись что-нибудь интересное. Фига ты тут хлебаешь. Я нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Я буду дальше следить за вышками, а ты решай, что делать дальше. Так, ну... Как же хочется смыть с себя песок. Быстрее бы убраться из этой пустыни. Ну ладно, давай. Давай. Погнали. Сейчас, погодите. Только единственное, надо подумать, как нам тут... Ну, вон там спуститься же можно, господи. Где, сверху или... Да. Так, ну, почесали. Там, значит, получается рабы. Угу. Ну, чтоб нам туда подойти. Он смотрит, кто там есть, типа. Сейчас мы с вами посмотрим, конечно же.
Вот так вот надо пройти. Так, слышу по звукам что-то недоброе. Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплох. Вижу гада. Сейчас я его. Точно я прячусь? Да, он где-то там. Ха! Хорошо, пошел. Ладно, Артем, обыщи его наблюдательный пункт. Наверняка там есть что-то интересное. А я сменю позицию. До встречи на базе. Ух ты, блин! Какой ствол интересный. А чё они в масках? То есть они боятся, по идее, воздухом-то дышать. Или чего? О, ни хрена себе. Так, это у нас типа снайперки. Но, мужичок, сейчас я подумаю, чё бы тут заменить? Дробовик, да? Так, патронов у нас 27. Вот такая вот снайперка. Неплохая довольно. Очень неплохая, я вам скажу. Так, пострелять можно на славу, но дробовик терять. Да, в принципе, наверное, если что, найдем, да? Что тут еще у нас интересного? А, надо обыскать, да. С патронами тоже непонятно. Вот еще штука. Гастролеры заняли станцию. Выставили посты. Их человек 10, но организовано хорошо. Наблюдаю. Один гастролер на машине катается. Я присмотрелся, а это Саулова буханка. Старшего с поста в руин. Попробовал вызвать, не отвечает. Ух ты, блин. Да. Пострелять не дают, а. Собака метки, а. У них же не снайперки. А стреляет вон как. Так, тихо. Ну, вроде как перебили. Можно было, конечно, по-другому. Видите, вот так вот. Хопа! Так, уи-у-у. Пока без дробовичка, видимо. Но дробовик это, блин, офигенская тема. Можно было так сделать, их перестрелять в спинку. Пойдем посмотрим, что у них там такое.
Чё, реально у них снайперки, что ли? Мне прям пипец интересно стало. Так. Сейчас аккуратно. Да нет, конечно, господи. Ну, ё-моё. Естественно, говно полное. Ну, вот этот единственный, наверное, вот такой. Ладненько. Уже, блин, темнеет, к сожалению. Так, ну мы с вами сейчас быстренько пройдемся. А, чё-то... Чё, почему до сих пор... До сих пор вот эта вот фигня-то. Но мы вроде как посмотрели, а он кружочек... А, все, он пропал. Это я думаю, что за фигня. Так, дальше мы с вами вон туда пойдем. Машину, кстати, надо было буханочку-то забрать, наверное. На машинке покататься, а то, блин, отберут же. Ну ладно, пешочком попроходим. Также пейзажи красивые такие посмотрим. О, где вы такие видели, блин? Темнеет. Так, ну насчет снайперки, конечно, понимаете, можно вот на вот эту пушку нам поставить прицел клевый, и все, вот тебе. Ух ты, блин. Перекати поле, ух ты. Так, лучше по этим штукам просто так не ходить. О, я вижу там что-то интересное. Что ж такое-то? Нет, дробовик, слушайте, я, наверное... Ну, хватит. Перекати пули. Тун-дун-дун. Тру-дун-дун. Тун-дун-дун. Надо будет нам посмотреть, блин, какую-нибудь кровать, я не знаю, чтобы утро было. А то так не хочется ходить. Как-то темно слишком. Если на хорошую концовку проходить, наверное, да, в самый раз. А так, ну, такое дело. Так, никого. Угу. Че, прям в главный вход, что ли, входить? Может, все-таки вот с этой штуки? Ну да, естественно, тут закрыто. Офигеть, смотрите, как мне тачка. Интересные дела творятся, браточки. В крайнюю бурю кто-то вырезал наш пост в развалинах. И по времени, и по всему, это гастролеры с паровоза. Я им предъявил, но они с тем исчезают, типа, не при делах. А только видели их людей на засиле, что у пацанов на посту было. Короче, отморозки по всему полные. Поэтому клювами никому не щелкай. Морозки полные. Так, как вам? Вон он, пацанчики! Вижу! Вас! Так, начинается. Там еще один сидит. Урыли же, гада, падлы! Братва, внизу! Ну что, сдаетесь, да? Ну, блин, какие пузики у вас. Мохнатые. Пузатые, пузатые. Мужички-то. Так, забираем всякие интересности и... Секунду. Так, это тоже сгодится мне. Короче, смысл в том, что мы сюда пришли, чтобы вот так вот сделать. Да. Вот так.
Опа! Входим. Сейчас будем освобождать. Черняет на нас низковырница, да? А? Чего там в проходе есть, блядь? Братки, вон он, под яланой, блядь! Ой, блин, у них бомба есть. Ух ты, а, ну это... Ужас. Да что ж такое-то, калаш уже клинит от грязи. Ну ты какой. Да это дух. Не, закрыто, 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 стоп! Иди как нехорошо, блин, а. Внизу! Внизу, братва! Ух ты! А вот это уже поинтересно. Так, я, пожалуй, все-таки обменяю такую штуку. Ух ты, как она. Вот это сука! Сука, жена! Так, понятно. Неплохая пушка, я вам скажу. С лазером. Так, что-то там. Ракетница. Так, новая заметка. Список покупок. Сильных рабов, 5 штук. Лохматава, чтобы дрался в бойцовскую яму. Хорошего домашнего раба. Короче, капец, там рабы, тут каннибалы. Блин, сколько всякой ерунды. Ну какая. О, какая штука. Офигеть. Это типа дробовик? Вау. Вау. Просто. Ничего себе. Стабильность. Фига мы, 2 ствола, 4. Точность, стабильность. Офигеть. Ну, это уже пипец. Вообще, по идее, конечно, нам бы... Да, вот такое вот. На кой хрен вот это такая штука? Вот это я понимаю, а? Ну, единственное, только теперь новыми стволами обзавелись. Так, ну сейчас, еще последний раз, секунду. Пока никого нет. И не будет их как бы... Так, собрать. Как это круто. Хоп-хоп, собрали. Так. Есть. Теперь какую-нибудь надо... О, вот такую. И красный лазер у нас теперь есть. Круто.
Так, стоп, а что это бьет-то? Ладно. Ну, это нужно для того, чтобы, конечно же, проходить по-нормальному. А не как мы. Да? Так, ресурсы взяли. Так, и у чувака был пулемет этот. Ну, какая махина. Ну, ничего в нем хорошего нет. Так, гитарка. Кстати, гитарку, наверное, можно было бы забрать. Типа, если бы мы... Так, стоп. Куда я иду? Сейчас, тут какая-то должна быть... Блин, что это такое? Да погодите. Ну, это если все по стелсу. Секундес. Смысл-то каков? Что где? Где эта штука? О, кстати, вот это я забираю. Теперь у нас новая открыточка. О, красивая какая. Новая открытка. Прикиньте, дофига можно найти открыток. Мы с вами как-то это... Сопоты не нашли. Да ё-моё! Так, лестница. Прям все вам пути, смотрите. А, прошу прощения, а вы кто? Мой бог, огонь. Живая вроде. А, так оказывается, у них бабы-то были. Фига себе. Странно это как-то. Так, сейчас, секунду, мы что-то запутались просто. Тут, по идее, короче, рабы. Вот, и я не знаю, как же их освободить. Ну, допустим, это не рабыня. Ну, не похоже же, да? Так, все, мы сохранились, ребята. Так, нам, короче, сейчас надо освободить рабов. Давай. Ребят, спасайтесь! Все, отлично, мы получили с вами вспышку. Но вспышек что-то мы получали... Три? А, стоп, четыре! Четыре вспышки мы с вами получили, ну... Ну, такое как бы. Да, все, они теперь свободны, слава богу. Мы это сделали. Теперь мы идем дальше. Где вопросительный знак? А куда нам еще? А, нам, кстати, где крест? То есть, получается, мы зря... Да почему зря? Почему зря-то сразу? Что это такое? Дополнительные, между прочим, задания. А кто их пропускает? Зачем их пропускать? Правильно, ребят? По-любому вы тоже хотите посмотреть, что да как здесь. Правильно же говорю? Правильно. Так, ну, можно, наверное, ну, хотя, блин, не будем рисковать. Мне не особо просто нравится эта идея. Ну, давай. Давай лучше так. Нам просто сейчас будет, вот куда-то туда нам надо. А, не, все правильно, все правильно. Как мы, по-вашему, заберемся-то? Ну, все отлично тогда. Воу-воу-воу, текстуры, конечно, ну такие, но метро, вы сами знаете, подземные в основном такие локации делают. Ну какие подземные? Комнатные. Как в маппинге это называется, я не знаю. Есть открытые, а есть закрытые. Офигеть, вертолет. Нам теперь туда. Насчет снайперки. У меня нет снайперки, но у меня есть вот такая вот пушка. Блин, должно что-то крутое... Так, а стоп, а что это тут? Что это за фигня? Я чуть не понял. Почему я... Я же вроде как... Что-то устанавливал или нет? Нет, не устанавливал. Так, снайперку или... Ну, у меня есть для ближнего... Давайте, наверное, все-таки такой. Пока что. Установить. Или я не установил? Да блин, я вообще ничего не... Я вообще ничего не установил. Я просто так посмотрел и все. Я забываю нажимать Е. Ну все. Красный лазер. Блин, смотрите, какая она засранная. Ну ничего. Придем домой, очистим. Так.
Все, хорошо. А вот из этой штуки, по идее, можно сделать снайперку, реально. Так, все, понажимал, понажимал, закрыть. Отлично, отлично, потому что я, блин, никак... Эту засранку... Вот такая штука, ничего себе прицел. Вау. А, ну единственное, надо будет еще брать там на метры. Либо подзаряжать очень сильно. Ну-ка, дай-ка попробовать. Ну, нормально. Фига, мы там огонь устроили. Так, тихо-тихо-тихо. А, это оно там горит. Ну, все. Да нет, они тоже еще и сзади бродят, черти. Так, что у нас тут? Вот 4 теперь. Но лучше, конечно, по идее, 6. Так, я не хочу, чтобы она меня взяла. Нет, 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 не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Спасибочки, конечно, но не хочу. Так, о, как, о, какая штука. Разобрать. Так. Можно я инвентарь тут? Так. Давайте поставим здесь рюкзачок. О, блин, дробовичок. Смотрите, ой, какую штуку можно. Ой, какая, блин. Так, стабильность. Ну чё, он по одному патрону, что ли, будет стрелять? 4 ствола. Ну да, видите, магазин вообще отсутствует. Ну всё, вот, слушайте, улучшили мы? Не зря всё-таки выбросил, пофигу. Ну какая штука прикольная. Так, какой-то склад. Ребят, не признал. Ой, блин, вас там дофига что-то. Ну, не переживайте, у меня патронов как бы так. Как раз на... О, блин. Жду. С перепуги. Что тут все наше, а тебя еще раз увидим, порешим. Было? Ну теперь, мля, не обижайся. Ой, наглухо, пацану, в Ровушка. Так, кто еще? Все. Нормально. Так, и... Все, пропало? То есть, ну, добро. Понятно. Короче, здесь было добро, и все. Хотя вот эта вот штука как бы символизирует о том, что что-то там вкусненькое есть. Ну, вы понимаете, да? Так, давай-ка зайдем, сейчас посмотрим. Осторожненько. Ну тут кроме... О, блин, аж мясорубка какая-то. О, блин, я испугался. Так, естественно, в шкафчике. Такая штука. О, блин. Черт, патроны по два... Ах ты, господи, по два патрона уходит на этих чертей. Ну-ка, он стреляет, получается. Дай-ка. Ай, неэкономно как-то это.
какая-то фигня. Не стоит быть поэкономней. Видите? Ну, блин. Ну, урон, конечно, возрастает, но... Если множество тварей брать, видите? Может и нормально, но... С патронами теперь вообще беда. О, о, что-то новенькое, хорошо. Мне это нравится. Ну где, где шастай? Тоби! Тоби, блин, да где ты? На втором этаже поди-ка. Так, вот она. Так, Тоби, выходим по одному. Ух ты ж, блин. Все, тут, тут уже такое дело. Ну да, ребят, короче, ничего тут нет. Такие дела. Или есть? Так, тут вертолет. Так, да нет, надо туда все-таки нам залезть, я думаю. Че уж. Тихо. Давай на самый последний этаж. Что-то интересное же должно быть. Ну, ё-моё. Ну, кроме этого. Я же сюда не просто вот из-за этого пришел. Так, патронов у нас давайте собрать. Вот так вот сделаем. Чё насчет пушек? Почистить. Фу, капец. О, стабильность, смотрите. Прям вообще, вообще стволы у нас крутые. Становятся. Ну, это не особо грязно, этот тоже. Так, насчет брони. Это мы с вами тоже починили. Ух ты, спартанский укрепленный шлем. Вот что я нашел у рейдеров. Ну и как-то так. Компас, пусть, пусть будет компас лучше, ребята. А то, блин. О! Еще примочечки. ПНВ улучшенный. Так. Ух ты, блин. Я понял. Намек понятен. Все. Все, все, все. За место пистолетика. Дробовичок. Вот теперь нам можно и... Как раз поспим, там вы... Ну, вы поняли, сейчас. Не зря, не зря, вообще не зря сюда пришли. Так, что сделаем? Во-первых, приклад какой. Спортивный. Прочный ствол. Удлиненный ствол. Стабильность. Тут, мне кажется, такая путь будет. Ну, какое-то вот такое вот получается. ПНВ, ПНВ, ПНВ. Ладно, не переживайте. А, электрооборудование. Либо усилитель сигнала ПНВ. Комбинирует две технологии ночного видения. Зеленая будет. Фонарь светит. Как можно фонарь, блин, заменить таким? Нет. Нет. Насчет дробовика это супер. Это просто супер. Отличная штука. Я прям пипец рад. Как бы, но...
Так, вот это давайте посмотрим. Все, короче, ложимся спатеньки мы с вами. И на этом, я думаю, пока что заканчиваем серию. Так что вот. Спасибо огромное за просмотр. Не забудьте поставить лайкосик. Бай-бай, дорогие друзья.